наша. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, ижеси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитвы Пречистой Тебе Матери, всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже милость, сегодня грешному, создав меня, Господи, помилуй меня. Вещеславя согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Руку не опускать туда, просто кланяться, чтобы рука могла достать. Проверь себя. Вот такой поклон должен быть. Себе не давайте льготы, ибо делать это для Господа. Святые утруждали себя, говорят, не подгибай ноги. Вот некоторым говорю уже, никогда на молитве ноги не подгибай, вот так вот колено. Лежу то с одной, то на другой. Зачем? А как вы знаете? В житиях святых написано, никогда не подгибал ноги. Григорий Чернотворец говорит, стоит как журавль, говорит, на болоте. Все время ноги подгибает. Зачем? А ты напряженно ты должен стоять. Ноги две вместе поставил, соедини вместе. Я не могу головокружение, иногда приходится чуть-чуть ноги подальше даже, по несколько сантиметров. И только вспомню, так прижимаю. Встать благоговейно, не спеша, помолились. Вот я помолился, такое было правило всегда из большого устава. Как нужно. Вот сейчас вначале работа только, и уже работает как надо. Большой пенек взяли там, осиновый. А у него вязкая такая древесина, уперлись, двумя руками тянет. Нестор, зачем? Когда есть или пила, дружба, бензопила, он только чиркнет, пока ты клал, он за это время уже два пенька сделает. Никогда этого не делают, достаточно, которые лежат. Кто у нас был рядом, всегда было до завтрака, работают здесь. Если нужно до завтрака, чтобы у тебя работали, Виктор, заранее делай заявку. Правило одно для всех. Ты сам по себе отдельно, но которые к нам люди имеют отношение, всегда так. До завтрака можно? Тогда будем. Потому что мы рассчитываем на этих людей, которые у нас есть. Я сходил утром к трактористу, он переоделся, видимо, у Нины Шадриной там помылся, договорились заранее. Он только приезжает, мужик, я пошел, договорился. Она, пожалуйста, пожалуйста. Висит грязно. Я говорю, а дайте постираю. Нет, не надо, я еще тут буду возиться. Заказали деталь, какую нужно. Черный шов, фамилия начальника. Валерий Владимирович, начальник-то. И он должен привезти. И когда ставить нужно, я его спрашиваю, помощник нужен будет? Он говорит, тихо, громче говорит. Нужен. Один или два? Два. Но ясное дело, что я ничего не могу сделать. А Роман с Романом. С Романом, значит, и ты там, Сергей, сказали, уже никаких дел. Приехали машину ставить, бульдозер стоит тут. Какие разговоры могут быть? Виктора сорвали, никого нету. Разговаривать не надо. Быстренько Виктор замену какой-то дает. Ты не можешь пойти кого-то, например, Володю, Никиту. Два. Два должны быть готовы в момент. Почему? Потому что ставят. Притом при начальнике надо испытать, как она работает. А мы будем тут придумать какие-то себе работы. Эти работы наши никуда не денутся, они хорошо продвигаются. Поговорили с ним. Вчера они там деревья валили. Я каждый день ухожу и вижу, он натягивает там ремни. Я говорю, ты один не делай этого, надо тянуть. Да нет, я не делаю. Володя, говорит, поговорил. Я думаю, с Пащенко Володей. Да? Ветки отпиливать. Ну я заснял. А? Я заснял, как он ветки отпиливал. Нет. А ты заснял только? Да. А лазил на дерево он сам? Сам, да. Ну, видите как, я сказал, ты смотри, чтобы провода не оборвал. И все-таки задели. Не оборвали, но замкнуло. И при тебе диакон там выходил. Да. И сильно, говорит, не, сильно, говорит, он вел себя так, как я не ожидал. Я говорю, ну, всякое в мире бывает, поэтому мы должны перенести. Там заснято все. А? Там заснято. Ну и все. Да. Это,
такое дело-то. Почему? Они телевизор. Ему мигнуло там электричество, еще смотрят все время телевизор. В храме остаться, из храма выходим занятия, домой еще смотреть матч. Ну какая это вера? Матч недосмотренный. Поэтому все, человек потерял веру. Веры нету. Нету. На исповеди больше года не был. Уже несколько лет. А у нас закон, если на исповеди не был в течение года, и соглашенными. Это твое дело, но ты уже посторонний, вне церкви. А это даже никаких нету. Правила все топчут. Кто бы ни приехал, все без пояса. Как так? Ты за них отвечаешь. Вот ко мне приезжают профессора, академики были, там администрация, все в поясах. Почему? А были против ни одного. Корреспонденты никакие, это РИА Новости, Российское информационное агентство, то есть центральная печать. С Москвы приехали. От патриарха Алексея II приехал человек Масленников. Никаких, сразу в поясе. Есть слезли когда. Босиком идти, ну как-то так, правило одно для всех, все разулись, босиком идут. Я не заставляю, я сказал, правила у нас такие, называется дресс-код. Фильм, говорю, форма одежды какая есть. Ты как себя ведешь, тебя так и будут слушать, а еще слушаться, когда ты не исполняешь. И все босиком дошли до суда, да как хорошо и прочее. Это озеро, которое мы там сделали, в нем можно купаться, вода теплая, но только в присутствии хорошо умеющих плавать. Воды там сейчас много и будет еще больше, чтобы весной она поднялась и по каналу прорвала там это. Снег хоть маленько прокопают и поднимают. Но делает он или нет, машина не тянет, слабая. Это все сегодня с утра уже узнал. И спросил, давай телефонами обменяемся. Обменялись. В случае чего мне брякнешь, чтобы я пришел. Так, Сережа, тебе наказ. Каждое утро, если ты там, записывай, когда он во сколько тронется с места. Не заведет, а тронется. Вот только сантиметр он проехал, мне запиши утром, когда меня там нету. И Роману скажи, чтобы на контроле был. Мне эта дата нужна, цифра. Я здесь, а я не знаю, в это время сейчас деталь привезли, может быть, он на работу пошел. Сейчас-то нет, но просто имейте в виду. Мы утро, с утра сегодня уже побеседовали о гимнастике, и о как развивать свое тело. И я не раз уже говорил о королеве Константине и дедушке, то есть его отце. Если вы будете такими, и ваши надежды не оправдались, это минус мне. Мне. Я не лезу. И у меня целый день нету. Но я зарядку, разнарядку дал вам, вы и делайте. Делайте. Сегодня ничего не колотит. Почему? Все гвозди попрятали, молотки под кроватью, Володя. Все. А если что-то будет делать не то, не, ваше слово не будет иметь значения. На веревочку называется. Сплетенная веревочка. И она все время с воспитателем рядом будет ходить целый день. Делать свое дело. Купаться тоже на веревочке, не утонет. И так мы исправляем человека. То есть непрерывный процесс. Не бывает маньяцкие такие наклонности, поджигать то другое, это сатана, это уже сатана. Даже в интернете говорят, вот сзади вас стоит девочка, когда вы говорите, что она глазами крутит, вертит, это она еще нормальная, нет? У людей складывается тебе какое мнение? Для меня ты, как все ребятишки, я тебя не выделяю. И особенно твоя любовь к шарику меня приближает к тебе. Видно, как ты бегаешь. Ты должна другая, чтобы отец сразу увидел, о! Я тратился, я старался, беспокоился, они летели, а вернулись другие. То есть, чтобы он не сказал, что придумал это, и все пропало даром. Слышите? Вы меня подведете. А этого, ну, повода этого я вам не давал, чтобы так поступить против меня. Я не говорю против вас. Павел говорит, и не горщите, говорит, меня в первую очередь, что придут собирать подать, ну, жертву, а ничего не было, чтобы я не был пострижен. Здесь речь идет не о деньгах, а о поведении. Для вас все сказано. Все как следует разложено. Это надела кофточку. Какой-то опять дракон на ней. Как-то христианину носить изображение дракона, сатаны. Сжечь ее и все. И зашить ее нельзя, он будет скрытый. Это дракон. Сейчас пообедаем, сразу снять. Снять. Надежда Васильевна, вот это дракона, чтобы нигде не было. Их нельзя, ничего нет. Открой, покажи. Посмотри. Он и красивый, он и хороший, это дракон. Дракон это сатана, образ сатаны носит. Они-то имеют в виду не просто змей, а смотри. Это тот, который национальный культ Китая, языческой страны. Видишь, как они его? Это дракон.
Они подлежит уничтожению, эта одежда. И с шеи, кофточки, чтобы вот здесь было. Нитка капроновая я тебе дам. Крестик должен быть вот до сих пор. Вот где вот этот, я не знаю, как назвать кострес, это ямочка. Вот сюда должен опускаться, а не тут подтянуло. Это блатные делают так. Блатные. Чтобы я грудь не видел, были подвязаны как следует. Я сейчас сегодня с вами буду здесь, на глазах. Я рублю, а вы пилите. А один колет. Виктор Николаевич, берешь наших работников? Да. Я беру, имею в виду Владимира, Никиту, Володя не трогай, Сергея, трое, помогайте. А Володя один должен быть здесь все время. Володя неприкасаемый. Тебе выкосить вокруг, вот это начал, и, ну и все остальное. Тут никак нельзя оставить. От меня какой я работник? Я на месте стою, а вот тут я косить уже не смогу. Ну, просто мне неудобно. Я позвоночник покрутился, утром я не могу даже одеться. У меня операция на позвоночнике, она сползает позвоночник. Я даже поклоны поясные, больше трех, через там 10 минут еще три поклона. Да, позвоночник уже поврежденный, там вырезана прокладка. За стол. Господи, если не может, помилуй меня. Аминь. Во славу Божию. Так, вот это на кухню, Марина. На кухню убери. Игнатий Тихонович, да. Вчерашний борщ остался по одной ложке мужчинам всем. Можно раздать? Можно. Раздавай всем ложки со сливками. Все. Sure.